Священные слова, Москва за нами. Мы помним со времен Бородина. Они свято помнят и тех, кто защищал родину на фронтах и в тылу Великой Отечественной. Со строевой песней юнормейцы приходят к ветеранам, которые в силу возраста уже не могут принять участие в параде памяти и параде победы. Чеканя шаг, отряд посетил героя соцтруда, первого директора шоколадной фабрики «Россия» Елену Васильевну Шпакову. В таком же школьном возрасте она рвалась на фронт к отцу и братьям, даже пошла на хитрости, потеряв метрики, но все равно не пустили. В декабре 41-го, возвращаясь домой из Москвы, попала под бомбежку и получила тяжелые ранения. Потому что отогнали далеко уже все. Ну и поколошматили их как следует. Ну а вышь, тут появился этот самолет, думает, отомстим за то, что мы там так вот с ними плохо поступили. Вот. Ну и он тут отомстил. Много тогда погибло и военных. Ну вот. Да я вот была ранена. Живыми воспоминаниями о жестокой войне Елена Васильевна делится с юнормейцами. Ребята уверены, забыть о подвиге ветеранов они не имеют права. Мы пытаемся донести то, что этот праздник для нас, для нашего поколения все-таки важен, и мы не забываем это. Это очень важно, я считаю, что такое надо помнить и каждый год уделять этому внимание. Для меня честь поздравить ветерана. Вот. И я просто хотел бы, чтобы, ну, кто не пришел на парад, почувствовал эту атмосферу. Ну, хотя бы чуть-чуть. Такие мини-парады пройдут в области с 1 по 5 ноября. Юнармейцы посетят всех ветеранов. Сергей Павлов, Александр Дудко, Новости губернии.